Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Почему зимой увеличивается количество пожаров в жилых домах? Какие причины возгораний выявляют специалисты? Как нужно обращаться с печным, газовым и электрооборудованием в зимний период владельцам квартир и частных домов для предотвращения несчастных случаев? В нашей студии заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара, управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, подполковник внутренней службы Антон Дмитриев. Антон Геннадьевич, добрый вечер, спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Давайте, знаете, начнем вот с самого начала, начнем со статистики, с цифр. Сколько пожаров уже произошло вот на территории городского округа Самара с начала вот этого зимнего сезона 2022-2023 года? В зимний период с начала декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года на территории города Самара произошло 102 пожара. Из них, как говорится, за февраль 2023 года прошло 23 пожара. В результате пожаров погибло 11 человек. Из них один ребенок. Травмировано 13 человек, в том числе один ребенок. Вот я, знаете, сейчас о чем подумал? Вот вы сказали, 102 пожара, получается, произошло по январь и феврале вот уже произошло достаточно много пожаров. То есть, получается, по большому счету, вот если взять декабрь, январь и там начало февраля, то есть за 60 дней, у нас получается практически каждый день на территории города что-то где-то горит. Я правильно понимаю? Абсолютно верно. То есть, в принципе, там бывают дни, когда даже, наверное, ну, не один пожар происходит. Бывают дни, когда пожаров совсем минимальное количество. То есть вот это такая вот, на самом деле, может быть, вот мы где-то даже, ну, гражданские люди, скажем так, это не замечаем, к счастью, не замечаем, благодаря вашей службе и благодаря вот, ну, другим силовым службам. А с другой стороны, это вот... та история, которая находится рядом с нами и которую нужно вот понимать и как бы быть, наверное, вот предельно осторожным. Это, наверное, самое главное. Просто понимать, что на самом деле пожар – это не что-то такое вот мифическое. Мы, как многие привыкли, особенно жители таких больших домов. И такого крупного мегаполиса, как Самара. И такого крупного мегаполиса, как Самара. Я сейчас, знаете, предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается как раз вот одного из таких, ну, серьезных пожаров, к сожалению, с человеческими жертвами, который произошел на территории городского округа Самара. Затем продолжим нашу беседу, вот уже так достаточно предметно. Дым от пожара в доме номер 25А по улице Некрасовской видно за несколько кварталов, которые оказались перекрыты. Спасатели проливают деревянную кровлю дома, чтобы не допустить переброски огня на соседние здания. Информация об этом пожаре на пульт спасателей поступила в 9 часов 10 минут. Уже через несколько минут прибыли первые подразделения и установили, что горит лестничная клетка с первого по второй этаж и три квартиры. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. С огнем боролись 156 пожарных и 56 единиц техники. По прибытию пожарные первым делом приступили к эвакуации людей из здания и провели водную магистраль от Волги к месту происшествия по улице Некрасовской. Пожарные приступили к эвакуации людей, которые не могли выйти. До прибытия пожарных подразделений эвакуировалось 17 человек. Пожарными было эвакуировано 5 человек. К сожалению, один человек скончался. По информации Следственного комитета, от отравления угарным газом уже в машине скорой помощи погиб ребенок 4 лет. По этому факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают все силовые ведомства. С жителями на месте общалась и глава Самары Елена Лапушкина. Она встретилась с ними в пункте обогрева, который развернулся в администрации Самарского района. Также для жителей подготовили несколько автобусов для обогрева. Пункт временного размещения развернули в школе номер 15. Антон Геннадьевич, ну вот мы посмотрели сюжет, да, страшная трагедия на самом деле, потому что трагедия с человеческими жертвами, плюс пострадали люди, которые живут в этом доме, это потери имущества и так далее. Вот, кстати, вы вот сказали, еще раз давайте уточним, сколько людей погибло в Самаре в зимний период и в каких домах вот эти трагедии произошли? Есть информация об этом? Ну, в зимний период, еще раз напомню, что на пожар в городе Самара погибло 11 человек. Из них один ребенок. Травмировано 13 человек. И наибольшее число пожаров произошло в многоквартирных жилых домов
Хотелось отметить крупный пожар, который произошел 11 января 2023 года на улице Некрасская, 25А. Площадь, мы его как раз и смотрели сейчас. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. На пожаре погибла женщина и малолетний ребенок. Два человека были госпитализированы. На тушение пожара привлекались подразделения 3-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области. И причиной произошедшего пожара стало неосторожное обращение с огнем. То есть сейчас вот уже предварительная как бы информация уже есть, то есть уже есть понимание, почему произошла эта трагедия? По данному факту проводилась проверка сотрудниками отделения дознания, отдела надзора деятельности по городу Самары, и возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовный кодекс Российской Федерации. А как она звучит, эта статья? Неосторожное обращение с огнем, повлекшее уничтожение и повреждение чужого имущества. Ну, неосторожное обращение с огнем, вот если так. Меня, знаете, что удивило и заинтересовало? Вот, ну, я сейчас понимаю примерно причину. Более 120 человек, если я не ошибаюсь, участвовало в тушении вот этого пожара на Некрасской, или даже, по-моему, более 150. Вот это всегда такое большое количество людей необходимо задействовать для тушения вот таких? Ведь на самом деле дом-то трехэтажный, хотя, да, 800 квадратных метров, но, тем не менее, дом-то небольшой. И ведь это, ну, это по сути, вот я сейчас прикидываю по вот своей армейской памяти, полторы роты людей необходимо, чтобы потушить такой дом. Помимо тушения пожара проводились работы по спасению людей. Угу. Вот, проводились работы непосредственно по тушению, да, и предотвращению распространения пожара. Ну, поэтому да, вот... и привлекались такое значительное количество людей. То есть вот для того, чтобы вот это все, вот этот комплекс мероприятий на самом деле провести, потому что здесь, наверное, все важно, нельзя допустить распространение, конечно, пожара. А вот для этого и необходима такая большая вот группа специалистов. Абсолютно верно. Антон Геннадьевич, вот на ваш взгляд как эксперта и, ну вот, статистика, чему нас учат, какие наиболее частые причины пожаров, почему люди горят? Основными причинами пожара в жилье является аварийный режим работы электрического оборудования и электропроводки. Также пожарами, приведущими к гибели и травмированию людей, является неосторожное обращение с огнем. На обстановку с гибелью людей оказывается такая же и сезонная низкая температура, характерная для зимнего периода времени. А вот сезонная, вот эта низкая температура, она каким образом влияет? Но это в первую очередь эксплуатация электрооборудования в части повышенной нагрузки, да? Эксплуатация печного оборудования. Тоже с повышенной нагрузкой? Тоже с повышенной нагрузкой влечет увеличение количества пожаров. Антон Геннадьевич, вот как нужно обращаться тогда с печным, газовым, электрооборудованием в зимний период владельцам квартир, владельцам частных домов вот, для предотвращения возгорания? То есть что нужно делать и чего делать категорически нельзя? Требования эти установлены правилами противопожарного режима в Российской Федерации. И, допустим, при эксплуатации электрооборудования есть ряд основных требований, да, которые запрещают эксплуатировать электропровода, электрические изделия с поврежденными корпусами, с поврежденной изоляцией электрических проводов, пользоваться розетками, рубильниками, также имеющие повреждения, пользоваться светильниками со снятыми колпаками рассеивателя, а также обертывать тканью и другими горючими веществами, пользоваться электрическими нагревательными приборами, да, не имеющими устройства автоматического отключения, использовать нестандартные самодеятельные электронагревательные приборы, и в том числе самодеятельные электроудлинители, размещать у электрощитов и другой электроаппаратуры, да, горючие вещества, материалы, которые способны также воспламениться. Оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы. Это вот что касается электрооборудования. А вот если говорить о печном и газовом оборудовании, здесь вот что нужно делать, на что нужно обращать внимание? Потому что у нас тоже есть. На что хотел обратить внимание, в том, что перед началом эксплуатации отопительного сезона, да, необходимо проводить проверку этих отопительных печей. Вот. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок и отступок от конструкции из горючих материалов.
притопочных листов, а также при наличии прогаров или повреждений в наружных поверхностях печей и трубах дымоходах. Не оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать контроль за топкой печей детям. Примерять для розжига печей те материалы, которые не предназначены для эксплуатации печей. Применять для розжига, да, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Ну и, само собой, запрещается, конечно, перекалывать печь. Перекалывать, то есть имеется в виду слишком сильно их нагревать? Их слишком сильно нагревать или топить сверх того срока по временного промежутка, который установлен печью. Ну, то есть это вот на самом деле те правила, которые, ну, есть такое, да, как вот в армии, устав написан кровью, вот в данном случае это те правила, которые, к сожалению, написаны кровью. Абсолютно верно. То есть, анализируя ситуацию, вы понимаете, что вот эти действия, ну, практически всегда приводят к каким-то проблемам, несчастным случаям и так далее. Вот знаете, что бы хотел еще уточнить? Есть так, вот если брать многоквартирные дома, там существуют старшие по домам, старшие по подъездам. Вот что могут сделать эти люди для обеспечения безопасности жителей вот в части пожарной безопасности, вот на ваш взгляд? Потому что это на самом деле люди, облеченные тоже определенной властью в доме. Ну, смотрите, во многих многоквартирных жилых домах есть информационные стенды. Поэтому размещение в данных информационных стендах памяток и информации о соблюдении требований пожарной безопасности – это в первую очередь проведение сходов с гражданами, да, и разъяснение требований пожарной безопасности, на которые стоит обращать внимание при содержании помещения. Но это в первую очередь, вы знаете, такая вот информационная работа. То есть в данном случае, то есть эти люди, они должны и обязаны разговаривать с жителями и, ну, напоминать им, что есть вещи, которые делать нельзя, иначе сгорим все. Вот я правильно понимаю? Конечно. Также обследовать места общего пользования. Вот. И в случае, если имеются какие-то посторонние предметы, вещества, да, вот, то обязательно подсказывать, как старший по дому, да, гражданам, которые допустили размещение той или иной мебели, что это является нарушением требований правил противопожарного режима. Антон Геннадьевич, а вот смотрите, если старший по дому напишет заявление в вашу службу и в этом заявлении перечислит сведения и факты, конкретные сведения и конкретные факты нарушения пожарной безопасности, правил пожарной безопасности. Ну, например, управляющая компания не очень хорошо работает. То есть он знает, он их видит, и он вам сообщает об этом в письменном виде. Вот какие будут действия вашей службы? Ну, соответственно, предусмотрен федеральный закон Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. И данное обращение будет в обязательном порядке зарегистрировано, и по нему будет проведена проверка в соответствии с действующим законодательством. Обязательно сотрудники выйдут, обследуют помещение, и в случае установления нарушений требований по опасности примут все меры, чтобы добиться устранения этих нарушений. Я как раз почему это спрашиваю, потому что, ну, наверное, вот иногда бывают случаи, когда вот такое действие старшего, ну, по дому может быть, ну, наиболее эффективным, и вот обращаться к вам в письменном виде, вот здесь, наверное, ну, здесь, наверное, в этом что-то есть. Вот здесь это один из таких вот путей минимизировать риски, если я правильно понимаю. Правильно. В таком случае еще вот один вопрос, который мне всегда был интересен. А как вот ваша служба занимается, ну, скажем так, пропагандой пожарной безопасности? Потому что, на мой взгляд, я вот не знаю статистику, если ошибаюсь, поправьте меня, но процентов, наверное, в 80-90 причина пожара – это человеческий фактор. Правильно я говорю? Ну, я могу сказать то, что для жилого сектора… Для жилого сектора. Для жилого сектора… Такие мероприятия, как сходы с гражданами, да, противопожарные инструктажи, распространение памяток о мерах пожарной безопасности являются очень действенной мерой. То есть вот это как раз вы этим занимаетесь. Да. Я сейчас предлагаю сделать паузу. Мы посмотрим ролик, который посвящен тоже пожарной безопасности. Телерадиокомпания ГИС изготовила. Он касается безопасности именно эксплуатации печного отопления, потому что, ну, мы тоже стараемся вот вносить свою лепту в это важное дело, чтобы люди понимали вообще, как на самом деле нужно эксплуатировать оборудование. Затем продолжим нашу беседу.
При использовании печного и газового отопления следует соблюдать простые правила противопожарной безопасности, нарушение которых может повлечь за собой серьезные последствия. Запрещается растапливать печь бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Оставлять без присмотра горящую печь. Топить печь с открытыми дверцами. Складывать дрова вплотную к печи. Сушить вещи близко к горящей печи. Перекаливать печь. Постоянно проверяйте тягу. Не используйте газовые плиты для отопления. Держите открытыми вентиляционные отверстия зимой. Содержите приборы газового отопления в чистоте. Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра. Регулярно проверяйте герметичность шлангов и соединений. При появлении запаха газа в помещении немедленно перекройте краны подачи топлива и позвоните в газовую службу по телефону 04 или 104. Антон Геннадьевич, ну вот мы посмотрели ролик, который мы сделали. Я надеюсь, что наши зрители нас услышали, увидели и, соответственно, примут все меры для того, чтобы минимизировать вот эти риски в зимний период, для того, чтобы у вас работы было меньше и, соответственно, жить всем было спокойнее. Спасибо вам за вашу работу и спасибо за беседу. Спасибо вам. Напоминаю, в нашей студии был заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара, управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, подполковник внутренней службы Антон Дмитриев. Берегите себя. Всего вам самого доброго. До свидания.